Дорогие друзья, до этого ходили разные слухи о состоянии здоровья известной российской певицы, телеведущей Анны Семенович. Ранее некоторые источники сообщали о том, что она заболела и улетела из России. Кто-то сообщал о том, что она и вовсе лежит дома после серьезного ДТП. Сегодня рано утром мы все-таки связались с родственниками Анны Семенович. Оказывается, в этом году Анна Семенович уже приостановила свою карьеру в шоу-бизнесе. В этом году она не выступит даже на новогоднем огоньке. Оказывается, совсем скоро Анна Семенович уезжает все-таки из России в Испанию. Там она пробудет несколько месяцев, где пройдет серьезное медицинское обследование в одной из лучших клиник. Так что же все-таки произошло с Анной Семенович, выясняют наши источники. Ждем подробностей, друзья. Смотрите наш канал, не переключайтесь, ведь каждое утро мы делаем для вас интересные новости. Спасибо вам, друзья, за ваши подписки.